когда обычно машине много лет, вот, и клемма аккумулятора, ну, наклемники, которые одеваются на клемму аккумулятора, значит, либо растягиваются, либо были перетянуты, ну, либо уже так со временем случилось. В общем, они полностью не зажимают клемму аккумулятора. Значит, вот два варианта. Значит, первый вариант, затягиваем болт полностью, то есть он как бы затянулся, щечки сошлись, но клемма немножко болтается. Берем саморезик и в шов между вот этими губками, которые мы затягиваем, закручиваем саморез. Ну, примерно вот такой. Но это толстовато немножко, можно потоньше, в зависимости, насколько болталась клемма. Все. Клемма будет зафиксирована. То есть надежный контакт между свинцом, саморезом и корпусом. И плюс по кругу мы притянули. Вот. Либо второй вариант. Ну, вот этот вариант мне не очень нравится. То есть мы открываем клемму на всю, наклемник раскрываем, оборачиваем его тонким слоем металла. Вот. Я не помню, что за металл здесь, честно говоря. И одеваем наклемник на клемму и стягиваем. То есть тоже будет держаться. Честно говоря, вот такой вариант меня больше как бы привлекает. Единственное, что на клемме аккумулятор остается от самореза. Ну, как бы аккумулятор старый, мы его выбрасываем. А с самим наклемником ничего не происходит. То есть мы закручиваем ровно шов. Не сюда, не туда, а именно ровно в шов, где щечки соприкасаются, где они уже затянуты. Как-то так. Вообще это, конечно, неправильные варианты, но, сами понимаете, менять ради такой ерунды, я бы сказал, что это ерунда, целую клемму, то есть перепрессовывать либо провод, но это не солидное такое занятие и очень долгое и кропотливое. Поэтому вот будем ездить так. Все, спасибо.